Сегодня вот такая чудесная погода, тепленько. Пятница, дети, последний день в школе. Хотя у некоторых, конкретно, которые учатся в этой школе, в местной, у них эту неделю каникулы, но у моих нет. Ева мне жаловалась, мама, в школе так жарко, мне, говорит, хочу в шортах. В общем, даже в футболках им жарко. Ну, я такой мерзляк, мне нормально в курточке такой легкой, а им там очень жарко, они раздеваются. Сегодня прям лето тоже. Дела на английский. И сегодня последний день, когда я могу побыть наедине до вечера. Зашла, купила в Мистер Прайсе марку очередную бутылку для воды. Уже он две потерял, так и не смог найти, поэтому пошла, купила пластиковую, такую хорошую. Она, получается, она стоит 7 евро. Такая непроливайка. Взяла еще сумку-морозильник, но, правда, небольшая. И две морозилки туда, потому что если куда-то так выезжать, или идти в прогулку какую-то долгую, нужно будет брать уже с собой еду в морозильную, в такую сумку-морозилку. Вместе с теми, вместе с шайбочками такими морозильными. Я часто заказываю на iHerb'е для себя и для детей, потому что еду, которую мы принимаем, недостаточно. То есть, конечно, самое важное — это питание, но в дополнение еще необходимо для того, чтобы поддержать все процессы в организме. Есть нехватка по каким-то веществам, и, ну, я знаю точно, что они не получают. У меня только Ева немножко ест рыбу. Родя ел сейчас, здесь вообще не ел. И в последнее время начал тоже немножко. Он же копирует Марка, а Марк терпеть не может рыбу. Но вот он попробовал, я делала суши дома. И он попробовал, ему понравилось. И теперь вот он в таком виде ест роллы, суши, роллы. Но все равно этого недостаточно, поэтому я беру им омегу. Это необходимо детям на постоянной основе. Я вот ротики уже заказываю. Не помню, кажется, вторая или третья уже упаковочка. Третья, наверное. Вот Kid Smart. Такую я ему подобрала для его возраста. Ему нравятся такие лопающиеся рыбки для Марка. Марк с Евой другие принимают. Тоже в прошлой посылке. Это я взяла себе вот такой магний. Хорошая фирма. Знаю, долго ждала, чтобы появилась. Не было. Я вот только в хелатном, только в хелатной форме. Мне нормально подходит. Попробовала глицинат. Другая форма магния мне не подходит. Дальше, это тоже вторая уже баночка, витамин D3 вместе с К2. То есть, как говорят исследования, D3 лучше усваивается именно с К2. Вот тоже такая выгодная упаковочка, но долго хватает. Дальше я попробую вот такую омегу для себя. Конечно, я 1000 беру в другой фирме, вот сейчас допиваю. Нужно вообще 1000 в идеале. Но это очень популярное, хорошие отзывы, вернее, отличный считается, как бы лучший. Я решила попробовать, вот взяла себе одну взяла, не, я две себе взяла, две, потому что их не так уж и много. Наверное, по две, надо будет глянуть точные инструкции. И одну я взяла маме или Ире, кому-нибудь, сестре или маме, попробовать. Я заказала, тут у меня их сколько? 3. Да, это уже мы вскрыли, тоже Ева пробовала. 3 штуки я заказала, дети болели много. У меня тогда не было под рукой, не было под рукой у меня, чем восстановить флору после болезни. Марк антибиотик принимал, и вообще хорошо желудочно-кишечный тракт наладить его работу. Одна из лучших форм
пробиотики хорошие наборы, доступные, не надо хранить в холодильнике. Вот, деткам очень нравится. И сейчас я тоже немножко пропиваю. Ну, ты думаешь, мы еще закажем. Моя вторая картина уже более точная. Никогда не думала, что я такое могу нарисовать. Немножко, правда, вот здесь залезла случайно краска, видать, затекла, только увидела. Вот так это, если более в деталях. Немножко тоже тяжело кистью на такой бумаге, размытый фон, тяжело, остаются следы от мазков. Но вот сдалека мне очень нравится. Получились полутени. Я, честно говоря, даже не ожидала, что... Вот особенно мне чайник нравится, хотя чашка тоже нравится, красиво. Just keep it straight for a minute, Mark. Keep it straight for a minute. Do I need to put my finger here? You kind of, yeah. Everything looks okay. Нас оформили, завели карту, подождали, пришли скоро минут 10, да, Марк? Лежим, лежит. И ждем, пока наш доктор придет. Но я так понимаю, здесь, как всегда происходит, вначале примут, здесь дрель какая-то, примут тех, кто более важен, то есть по тяжести, у кого по тяжести сложнее. И потом дойдут до нас. Не знаю, сколько времени это займет. Была дома, готовилась, думала идти, не идти на английский. Хорошо, что не пошла. Позвонили мне с продленки, что, в общем, с Марком плохо. Я с ним поговорила, сказала, что когда они играли в футбол, там какая-то девочка с их класса, она нарушила правила, которые директор установил, и, ну, директора сегодня не было, и она бегала, что-то там играла во что-то, и бегала там, где они играли в футбол. И он бежал за мячом, не заметил ее, а она на него прям неслась. В общем, она врезалась в его голову, но оказалось, у нее крепкая голова, с ней все в порядке, а с ним нехорошо было. И, в общем, мы сначала хотели к доктору повезти, они его повезли туда. Быстро я побежала бегом в больницу, здесь местную, но они меня на полпути перехватили и сказали, что она закрыта, будет где-то там через минут 40. И я такая говорю, ну, смысл, конечно, идти сюда, потому что обычно всегда направляют в Портлиш. А это ехать на автобусе час, так, на машине. В общем, тоже прилично, ну, минут 35-40. На продленке там говорят, что вы понаблюдаете, посмотрите, если что, то вызывайте скорую. Ну, я решила, понаблюдала немножко, но вот меня это напугало, это, что он наступать не мог, слабость в ногах чувствовал, и подташнивало его. В общем, один раз уже его оставила так дома на 3 дня, но, думаю, здесь не хотела рисковать. В общем, повезла. А на обратный путь, получается, что там же можно прождать долго, и я не знала, сколько это времени займет. Мы уже дома. Мы подождали где-то с Марком час. Я думала, что, конечно, будем дольше ждать. Подходила один раз... Нет, пару раз подходила медсестра. Делала тесты ему для ног. И потом подошел доктор. Сказал, что... Ну, как бы с ним все нормально. Они не делают никаких снимков. Потому что это... вредно для детского организма. Они не делают лишнего облучения, то есть это только в исключительных случаях. А ему действительно стало лучше, но ему и дали такую дозу, конкретный шприц огромный такой, Колпола. Ну, я норофен дала ему 5 мл, но они еще дополнительно ему добавили это в скорой. И вот разница, конечно, в состоянии. Вначале я его еле довела домой. И после
дома голова кружилась, тошнило, и ходить не мог. Только я его поддерживала. А потом, через время, ему стало легче, но я решила не рисковать, потому что у нас уже это вторая ситуация. И я переживала. На самом деле, я думала, что ему как-то что-то посмотрят там, проверят, какой-то снимок сделают, но я забыла, что это Ирландия. Ну, с другой стороны, может быть, и оно и к лучшему. В общем, сказали, что у детей это распространено. И следить еще сутки за его состоянием. Дал мне распечатку на листике одном, где симптомы, если какие-то из этих симптомов будут именно там под восклицательным знаком, то тогда нужно будет приехать еще раз, и уже тогда они проведут какое-то сканирование. А так сказал, 2 дня оставаться дома, ну, наблюдать вот первый день. Было быстрее, чем я думала, в принципе. И вот на обратный путь уже, конечно, я звонила всем, кого могла, здесь ребят, знакомых с машинами, чтобы нас забрали. Но все были заняты, на работах в основном, и я решила вызвать такси, потому что, ну, он уже голодный, не ел практически ничего вот с утра. И вызвала такси. Конечно, цена обалденная. 65 евро оттуда до нас. Хотелось быстрее домой доехать. И плюс мои же двое тоже оставались здесь. Я попросила соседку побыть с ними. Потом уже, когда ехала в такси, уже девчонка позвонила. Соседка говорит, что через час мог бы и муж забрать, но уже поехали в такси. Так что вот такие у нас приключения сегодня. Нет возможности мне расслабиться хоть чуть-чуть, заняться своими делами. Вот дети и приключения.